Глава Тувышел банк «Араол» и руководитель Росавиации Александр Нерадько провели совещание по вопросам реконструкции аэропортового комплекса «Кызыл». На встрече удалось решить большинство рабочих вопросов по полному завершению второго этапа работ и реализации заключительной фазы проекта – монтажа светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, после ввода которой аэропорт «Кызыл» начнет функционировать в штатном режиме. На встрече была достигнута договоренность ускорить работу с Ростехнадзором, по итогам которой реконструированная взлетно-посадочная полоса должна быть введена во временную эксплуатацию с начала 2018 года. До весны предполагается подготовить электрическую подстанцию, питающую светосигнальную систему аэропорта. Глава Росавиации считает, что есть все условия для того, чтобы к лету аэропорту Кызыл был выдан сертификат соответствия, допускающий его к полетам магистральных воздушных судов без ограничений. Глава Росавиации считает, что есть все условия для того, чтобы к лету аэропорту Кызыл был выдан сертификат соответствия, допускающий его к полетам магистральных воздушных судов без ограничений. По его мнению, технические возможности обновленного аэропорта позволят расширить полеты в любых направлениях и принимать современные воздушные суда. По поводу международного пункта пропуска договорились начать подготовительную работу уже сейчас, поскольку она требует многочисленных согласований с федеральными ведомствами, не только с Минтрансом, но и с ФСБ, например, а также значительных расходов. Так, только специальное оборудование для пункта пропуска потребует не менее 100 миллионов рублей.